Доброе утро всем! Сегодня понедельник, каникулы закончились, да? Первое апреля. Никому не веря. Да? Мама, я кому не говорю, что Гриша у нас. Гриша что-то сделает. Да? Даже когда он что-то у тебя будет спрашивать, скажи, Гриша. Ага. Мама, будешь это никому говорить? Не буду. Мама, и Даша сегодня не проверится. Да? Все мальчики готовы? Всем пока! Тебе помочь, Антох? Всем пока! Пока! Папа уже Рекса закрыл? Да. Иди, открывай ворот, дойди. У нас теперь завтрак. Гришка себе готовит. Мама, у него бутер. А где закрывашка для... Крышек выше, выше. Здесь, смотри. А у меня на завтрак пшеная кашка. 40 грамм. 40 грамм, да. Немного тунца, 2 яйца. Угу. Каша на молоке и воде. Молоко и вода пополам. И пшено. Жду. Я тоже. Так, Гришки сейчас намазала вот этим вот ногу. Ну и как тебе? Мама мне перед этим специально уход даже ставила. Да, у нее аромат, конечно, специально сильнее даже, чем у звездочки, да? Готовлю себе обед. Здесь у меня 360 грамм куриного филе, 20 грамм, по-моему, овсяных хлопьев я замочила в кипятке. Сейчас, если здесь есть лишняя жидкость, я солью все это на сите. Смешаю еще одно яйцо. Что еще нужно сюда? Яйцо, посолить, чуть-чуть можно приправ добавить, зелени и жарить котлетки. Вот, потом с гречкой будут на обед. И разделю на две части, на обед с гречкой, а на ужин с салатом. Так, вот такой вот у меня фарш получился. Добавила еще зубчик чеснока и немного петрушки. Все, сейчас постоит 5 минут и буду жарить котлетки. На обед и на ужин получается. А нет, это мамины. Вот они мои котлетки, рубленые, вот такие как оладики будут. Пахнут очень вкусно. Все, котлетки готовы, я их вот так вот фольгой накрыла. Вот в этой вот формочке из Оазиса. Очень такая удобная, вот как раз для моих запеканочек. Куриные котлетки на обед и на ужин разделю. И на обед у меня гречка с котлетами, а на ужин у меня салат с этими же котлетками. И сейчас у меня еще перекус. Это яблоки. Сейчас это все уберу. Яблоки сейчас себе порежу, их красиво, 200 грамм. Возьму шпажку, буду наслаждаться яблоками. Шоколадом еще также 200 грамм шоколада налить. Да, я себе приготовила такую вот тарелочку с вот яблоками. Обязательно вот тут все втыкать. Да, и буду теперь есть и наслаждаться. А Гриша пойдет пылесосить. Как? Да, сынок? Ты же говоришь, а я буду есть, а он пойдет пылесосить. Да. Ты это так говоришь? А как я это говорю? Правильно говорю? Тебе шоколад осталось налить. Угу. Антоха уже пришел. Покажи свои наклеечки, да? Четвертая четверть, уже сразу звездочку сегодня. Две наклейки. Сейчас я все посчитаю, сколько у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, а всего 36. Угу. Да, больше, чем. Так, ну что, будем обедать, сынок? Да. Я еду сейчас за новым ежедневником, уже буду брать, какой будет, потому что муж с меня прикалывается, мы были, наверное, на Красной площади раза три, я реально не могла выбрать.
Я перебирала там в Читай-городе кучу ежедневника, он мне предлагает, но вот сейчас у меня закончился ежедневник, а мне нужно уже писать заказы пасхальные. Они, естественно, у меня этот ежедневник получится до 14 апреля. В общем, мне как-то нужно в какой-то год перестроиться и завести именно с 1 января ежедневник, а я как бы так вот веду, не заморачиваясь на года, мне это вообще не принципиально. Вот, но сейчас вот еду покупать новый. Посмотрим, какие там будут. Вот, еду. Я уже дома. Блин, так хочется, знаете чего? Так мне хотелось купить прищепок. Вот заехала сегодня в домовой. Ой, не в домовой, в Оазис. Вот. Купила вот такие вот, они прям в коробке были какие-то. Поусиленные. Блин, я в шоке, гляньте, что там запалили, я даже не знаю, где это, в конце улицы. Короче, у меня теперь счастье. Что еще мне нужно для счастья? Прищепочки, их получается там, не знаю, сколько штук, штук 20, наверное, было, усиленных. Там даже огнище видно. Так, у меня сейчас перекус, это кефир и вот такой вот хлебец, это какой-то Кёрнер. А сколько его? Да, нет, не Кёрнер, как он, доктор Эдкер, да? А, доктор Кёрнер, карамельные, карамельные, в общем, какие-то сейчас попробую. Тоха тут учит уроки, а я сейчас тут буду перекусывать. Перекусить. Так, ты давай доделывай. Такой вот разломавшийся Кёрнер. Дети говорят на такие сладкие хлебцы, что это как попкорн. Ну, они и правда похожи, они да. Сухие. Да, они и правда как будто карамельный попкорн, да, по вкусу? Ну, мы покупали тогда, помнишь? Угу, угу. Они у меня понравились. Так что такие вкусные. Антоха выпросил и себе. Так, над столом только он крошится. Ну, как тебе, вкусно? Угу. Попкорн. Ой, сына. Только чуть-чуть вкуснее, чем малина. Да? Угу. Вот это да, повкуснее. Сержуню тут угостили двумя рыбками. Сейчас буду жарить уже прям чищенными, так здорово. Вот, сейчас немного понадрезаю кость. Или не надо, в общем, я не знаю. Кто-то надрезает, кто-то нет. Но я, наверное, сильно не буду, чтобы их не перерубывать. Подсолю, поперчу немножко и буду жарить. Просто жареная рыба. Все уже приехали. Ну и как вам, карасики? Вкусно. И тебе даже вкусно, Грюш? Вот тут два штуки нам как раз, да, на семейку? Да, но не мало. Мало? Тебе мало? Только две. Да? А надо сколько? Больших афон. Надо больших. Аккуратно. Аккуратно жуй. Не болтай, мама. Еще. Где он таких положил? Ну, режь. Так, как папа может это все это разобрать? Я так не умею. Пять? Пошел. Чтобы начать. Подожди, подожди, ну что ты? На не получается? А, получилось. Афоня сейчас идет папе помогать в мастерскую, потому что мама приехала, накупила тут всего, тут какой-то раствори, а, обезжириватель, да? Там еще краска белая и еще... Вот такой вот круг наждачный, да, какой-то? Да. Интересно. Ну, короче, короче, это все папе. Ты понес? Колете. Спасибо. Афоня пошел работать. Пока. В мастерской. Ага, в мастерской, да. А ты его видела? Нет. Посмотри, посмотри, а, курица. Афоня говорит, это курица, мама. Слушай, а он уже здесь в пакете лежит. Да, тоже а к нам приехала рукодельница. Гляньте, какая классная у нас теперь новая. Вот это все, оно отмоется. Ну, это ж а, это ж фломастер, да? Да? А, это ж ну, круто, у нас теперь новый чехольчик. А где вы такой взяли чехольчик, Маргарита? Маргарита,
сшила. Та же приличная, нет. Та чистая. Угу. Я уже сказала. Только она даже... Молнию, да, да, да. А папа готовит ужин. Антошенька, ну ставь чайничек. Потому что мама начистила картошки и говорит, да завтра она не дотянет. Да, мама начистила картошки, а папа жарить. Морковки опять есть. Что, нету морковки? Есть еще полный пакет. Так это ну что это, одна морковка. Так, ужин. А ничего, что уже через 5 минут надо забирать? А я вот вам могу сказать, что у девчат вообще всегда было хуже, чем у пацанов. Дрезднее, чем... Нет, сейчас надо же Гришу забрать. Так, ребята, вот мой вечер, плавно переходящий в ночь. Это все завтра доделываем. Сегодня только испекла. Щенячий патруль упаковала. Вот, так что все окей. Завтра еще золотишком все это попшикаем. Открыточка готова. С Пасхой. Такая вот еще открыточка. I used to believe.